Ребята, всем привет, вы на канале Страна и Гирлянда, и сегодня у нас снова Вормейд. Но в начале игры мы сменим скин, а также полностью сменим головной убор, очки, а также улыбку для нашего червяка. Ведь играть одним и тем же скучновато. Ребята, многие из вас интересуются, почему не на всех видео есть комментарии. Есть видео, которые попадают в категорию для детей, а есть для тех, кто постарше. Согласно новым правилам YouTube, на детском контенте комментарии отключены. Чтобы вы понимали, отключаем комментарии не мы, а YouTube. Отлично, далеко идти за едой не пришлось. Хотя этот полосатый не такой уж и крупный. Стоило нам немного съесть вкусняшек, и мы практически его догнали. Ну и как вам, теперь этот полосатый кажется настолько мелким. Отлично, собираем вкусняшки, тем более, что сами их заработали. Еще один любитель притираться поближе. А теперь нужно поспешить. Ускоряемся. Неужели пойдет? Да, червячок, которому мы сделали ловушку, совершил большую глупость. У него была возможность развернуться. Ну о чем это я? Нам же лучше. По-моему, у оппонента нет ускорения. Да, ребята, еще одного сделали. Снова притираемся поближе, и ускорение помогает нам создавать ловушки. Сегодня получилось сделать столько интересных трюков. По-моему, пора возвращаться, ведь у нас осталась еда. Вот это я не подрасчитал габариты. Попробуем еще разок. Слушай, ты крупный или нет? Я не могу понять. Пока червяк у нас худенький, он может пролезть практически в любую щель. Я понимаю, что у крупного обзор намного больше. Полосатый попытался закрыть для нас проход, но к нашей радости сам и лопнул. Узнаете, это же наш хвост.
Вау, какой крутой бустер! Но от одних вкусняшек нас оттерли. Какие резвые мелкие! Приходится творить чудеса, чтобы не лопнуть. Здесь пройти нереально, но я попробую. Если честно, мне самому понравилось. Ребята, чего только не сделаешь, чтобы видео было интересней. Ребята, вот еще один крупный не выдержал и лопнул. А ведь все вкусняшки я уже был посчитал нашими. Ведь тот червяк, который лопнул, был у нас в полукольце. Вы знаете, правильно сделал, что не остановился. Мелких приходится изолировать, уж очень их много. Все пытаются куда-то влезть. Хорошо, что действовал разворот на месте. Я расстроен, иду искать новое место. Да что ж ты будешь делать? В данный момент взять в окружение полосатого не получилось, но я не оставлю эту попытку. Здесь пройти полосатый уже точно не сможет. Жаль, снова нет хороших бустеров. Вот сейчас попадается бустер, который умножает все вкусняшки на 10.
но к этому моменту закончилась вся еда. Еда появилась, но бустер к этому времени успел пропасть. Ну что ж, ребята, будем заканчивать. Надеюсь, видео вам понравилось. С вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч!